Автопортрет художника как отражение в зеркале. В музейно-выставочном комплексе Твери прошла персональная выставка Александра Черкасова. Объектом изображения является сам автор, а на презентации присутствовала и наша съемочная группа. А часто ли вам удавалось посещать выставку художника, работу которого вы видите каждый день на улицах нашего города? Я думаю, что нет. Сегодня у нас есть уникальная возможность познакомиться с человеком, с автором выставки. Основная часть экспозиции составляют рисунки, исполненные привычным для художника материалами. Графитовые цветные карандаши, пастель, уголь, а часть работы выполнена в проектном ремесле. Например, компьютерная программа для создания чертежей. Несколько портретов созданы в технике объемного архитектурного макетирования из картона, что является большой редкостью для портретного жанра. И есть такая вот редкая техника, макет. Она для архитекторов, в общем-то, привычная и типовая. Макет в картоне, имитирующий как бы архитектурный объект. Вот. Посмотреть на него сверху, на построенное здание, да, и увидеть чье-то лицо, это шутка такая. Ну вот эта шутка, вот она воплощена здесь, вот в нескольких портретах. Обратившись к жанру автопортрета, художник продолжает извечную тему, нашедшую выражение в изобразительном искусстве – это самопознание человека. Художник, который создает подобное произведение, направляет взгляд вглубь себя. Тем самым он занимается самоисследованием. Такая задача увлекательна для творческих людей, и немало мастеров попадает под ее очарование. Сам автор с юмором отвечает, почему именно такой художественный жанр он выбрал. Я проходил мимо зеркала, и оно меня заинтересовало. Все, что там я увидел, я нарисовал. Вот и все. Все представленные произведения были созданы в 2018 и 2019 годах и ранее нигде не демонстрировались. Однако работу художника можно увидеть не только на выставке, но и каждый день. Александр Черкасов является автором проектов таких зданий нашего города, как торговый центр «Олимп», административного здания «Престиж» и многих других.